На Ставрополье с рабочей поездкой побывал председатель правительства России Михаил Мишустин. В Пятигорске он посетил площадку по производству оборудования для пищевой и химической промышленности, а затем провел совещание комиссии по развитию СКФО. Отдельно в рамках двусторонней встречи премьер-министр и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обсудили социально-экономическое развитие региона. Ставропольский край знаменит своими туристическими комплексами, санитарно-курортным обслуживанием. Люди здесь десятилетиями отдыхают, очень любят это место. И очень важно, чтобы, когда мы развивали его, здесь были удобные, комфортные дороги, место для отдыха, инфраструктура соответствующая. Потому что, конечно, для людей очень важно хорошо и комфортно доехать до места отдыха, набраться сил, здоровья. И я вижу, как много вы делаете для того, чтобы в Ставропольском крае велась эта работа. Есть очень неплохие результаты. ВРП в Ставропольском крае вырос на 9%. Объем инвестиций мы сейчас выросли на 12%, а по итогам вот этого полугодия видим, что будет у нас этот год еще 38%. Мы впервые там 200 миллиардов инвестиций перенесли. Индекс промышленного производства в плюсе. Сельское хозяйство, к сожалению, минус 3%. Засуха, но у нас засуха, урожай подкачала на 35%. Но огромное спасибо за решение по, во-первых, агрострахованию. Мы сегодня из 2 миллионов гектаров застраховали 1 миллион гектаров. В Забильнинском округе стартовал второй этап капитального ремонта водовода «Изобильный Рыздвяный Рождественская». В этом году на объекте заменят аварийный участок протяженностью почти 4 километра. Реализация проекта позволит улучшить водоснабжение в поселке Рыздвяном, станице Рождественской, селе Московском и хуторе Спорном. Работы пройдут в рамках госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций. В ауле Карамурзинском Кочубеевского округа завершается строительство спортивной площадки. На объекте постелили прорезиненное покрытие. Теперь местная молодежь сможет играть в футбол и волейбол. Спортивную зону возводят в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив. В Труновском округе ремонтируют 8-километровый участок региональной трассы «Безопасная Подлесная». Там демонтировали прежнее покрытие. Сейчас завершаются работы по устройству выравнивающего слоя нового полотна. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В Солнечнодольске открыли обновленный мемориальный комплекс, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Вместе с реконструкцией мемориала завершилось и строительство нового сквера с прогулочной аллеей протяженностью 360 метров. Аллея ведет от памятника защитникам Кавказа к главному городскому храму. А новой достопримечательностью комплекса стал памятник воинам-интернационалистам, участникам локальных войн и военных конфликтов. Венчает обновленный комплекс смотровая площадка с видом на Новотроицкое озеро.